вы видите, как хорошо я натянула. Это будет у нас с вами артерии спиналис антериор. Вот. Нет, нет, вот сюда иди. Вот эти маленькие, малюсенькие. Вот ты понял? Это будет у нас с вами правая артерия вертебралис. И это будет левая артерия вертебралис. Эти две артерии вертебралис на продолговатом мозге. Это продолговатый мозг. Вот это вот вы видите далее артерии 2 спиналис, которые сошлись и образовали что? Артерию 1 спиналис антериор. И образовалось то, что мы назвали кольцо Захарченко. Захарченко. Теперь смотрите, артерии вертебралис, это было продолговатый мозг окончился, правильно? И у окончания продолговатого мозга и начала моста две артерии вертебралис, сливаясь, дали одну артерию базилярис. Артерию базилярис. Артерия базилярис. Смотрим, у переднего края моста делится, вы видите, одна и вторая. И это будут артерии церебри постериор. Но прежде чем она разделится на артерии церебри постериор, она дает артерии, которые идут на мозжечок. Вы видите? Вот одна и другая. И это будут наши с вами передние мозжечковые артерии. Артерии церебеллярис антериор. Теперь артерия эта ложится куда? Вы видите? Да. Это будут ножки мозга. Вот она ложится, вы видите? Вот она оторвана только артерия базилярис. Вот это будет церебеллярис, а это будет церебрипостериор. А вот она и ложится на ножки. И мы говорим, эта часть будет кровоснабжать средний отдел мозга, то есть мезенцефалон. Артерия церебрипостериор, вы видите, она идет назад, и она будет у нас питать затылочную долю мозга. Затылочную долю мозга. Вот это была система артерий вертебралис. Теперь дальше. Через форамен, каротикум, экстернум, входит в полость черепа артерия каротис интерна. Вот она наша с вами, с одной стороны, да, внутренняя сонная. А вот смотрите, ребята, как хорошо она видна. Вы видите? Одна и вторая. Артерия церебри антериор. И правая, прошу прощения, каротис интерна. Артерия каротис интерна. И наша с вами это правая, и это левая. Эти артерии, каротис интерна, отдают первую веточку, которая пойдет на вот эту поверхность полушария. И она у нас с вами, если здесь смотрим, вот она, вы видите, вот она. Вот она, эта артерия, она пойдет продольную борозду. Вот это одна. А вот она вторая, вот другой артерии. И это будет артерия церебри антериор. Идет на медиальную поверхность полушария, где над мозолистым телом. И мы с вами сейчас будем называть вот эти вот борозды и скажем, что это будет ложиться в поясную борозду или опоясывающую борозду, или борозду мозолистого тела. И питает медиальную поверхность полушария до затылочной доли. До затылочной. До затылочной. А затылочная будет задняя мозговая артерия. Из системы артерий вертебралис. Понятно. Вы поняли? Человек ехал на велосипеде. Теперь будем говорить, та же артерия каротис интерна. Она дает вторую веточку. Вы видите, какая большая, мощная ведь, которая пойдет вот в эту борозду. Вот в эту борозду она боковые. Да. А называется это средняя мозговая артерия. Ложится в латеральную борозду, правильно ты говоришь, в
боковую борозду, латеральную анализа, борозду, и кровоснабжает верхнелатеральную поверхность полушария снова до затылочной доли. Снова до затылочной доли. Ибо затылочная доля получила питание из артерии вертебралис. Так. Значит, это мы нашли. Значит, средняя мозговая артерия, вы видели? Видели. Ложится в латеральную борозду, идет на верхнелатеральную поверхность и кровоснабжает нам эту поверхность. Следующая артерия, которую могу показать, вот она с одной стороны, это задняя соединительная артерия. Артерия коммуникантес, не коммунис, коммунис это общий. Это если будет вот эта наша сонная, она будет общая сонная. Понимаете, вот это будет коммунис. А когда мы говорим, что она соединяет, это уже будет артерия коммуникантес. Коммуникантес. И мы скажем, что она будет называться артерия коммуникантес постериор. То есть задняя соединительная артерия. А передняя? Только соединительная? Да. А передняя, молодец, что ты спрашиваешь. А передняя будет у нас с тобой, смотри. Вот тебе одна передняя мозговая артерия, а вот она вторая. А вот это между ними, вы видите, я поднять не могу вот это. Это будет передняя соединительная артерия. Короткая передняя. Такая, да? Она коротенькая. Эти артерии же вот так рядышком лежат. И она их только соединяет вот так между собой. Она, я не могу вам две артерии тут показать. Артерию хороида, которая оборвана, она уйдет вот сюда внутрь. Артерия хороида. Поэтому я вам ее показать не могу. И артерия коммуникантес антериор. Вот я ее тоже не могу показать. Вот, вот это постериор. Деточка, а антериор вот это будет. Вот между вот этой церебри антериор и этой церебри антериор. Вот это, ребята, то, что у нас с вами будет из кровоснабжения головного мозга.